почему выбрано именно это место? Потому что ребята очень активно участвовали в сборе макулатуры. Проходил у нас марафон такой называется, переработка. И сама акция называлась «Сдай макулатуру, спаси дерево». Вот ребята собрали практически там 7 тонн. Студенты ВЛГУ, как самые активные участники экологического марафона «Переработка», и стали победителями — приз «Деревья» из Московского ботанического сада. То есть, в принципе, деревья мы не выбирали, но нам достались достаточно редкие, значит, деревья. Это красный дуб, это орех манджурский и клен ягерь. Редкие растения, очень красивые, и, в общем-то, вырастают и выполняют свою непосредственную функцию деревьев, то есть вырабатывают кислород и радуют горожан. Эта аллея из 17 деревьев сможет обеспечить кислородом 50 человек. К тому же есть планы обустроить территорию вокруг посадки. Сделать тротуар, чтобы по аллее можно было прогуляться. Растения сажали сами студенты ВЛГУ, чтобы они все сделали правильно и саженцы прижились. Процесс контролировал профессиональный дендролог. Второкурсница Диана до этого сажала только кустарники на даче. А вот большое, да к тому же редкое дерево впервые. В своем Владимирском государственном университете очень приятно принимать активное участие, сажать деревья, облагораживать территорию госуниверситета. Я очень надеюсь и верю, что все деревья здесь приживутся.